рекламное предложение только сегодняшнего дня. Одна из самых великих баз, которые дама выбирает для себя именно в сезон. Но ни один джемпер вам не ответит взаимностью и таким результативным образом, как данный джемпер Милани. Ведь у него нет ни одного шва, это значит, нет ни одной проблемы и натирания в каком-либо части вашего тела. Плюс это позволяет носить его как лицевой, так и изнаночной стороной. Кстати, у меня сейчас джемпер как раз-таки наизнанку, хотя от лицевой стороны он ничем не отличается. Поэтому у вас есть возможность маневрировать, двигать данным джемпером как хотите. Ну и, конечно же, запатентованная пряжа от бренда Polessi обеспечит вам сохранение цвета, износостойкость и саму форму изделия. И давайте выбирать цвета. У нас сегодня представлено еще несколько новых. Из предыдущего аналога был взят в палитру также красивый эффектный сиреневый оттенок. Очень хорошо лидировал с предыдущего часа. Яркий, насыщенный вишневый цвет понравится тем, кто не любит чистокровно красный и в то же время недолюбливает розовый. Такая золотая середина между ними. Новинками прошлого часа стал вот такой цвет горчицы. Красивый такой янтарный оттенок. Цвет салатовый. Так, это у нас с вами мятный, голубой, васильковый, молочный. И лидер прошлого часа – это кофейный оттенок. И также есть еще светло-розовый. А можно мне дать светло-розовый? Хотя бы показать его физически. В данном случае сейчас на подиуме модель показывает вам васильковый цвет. Размер она выбрала для себя 50 от 46 до 64 размерная линейка. Данное изделие можно забрать смело размер в размер, можно выбрать размером меньше и можно выбрать на несколько размеров больше. Это позволит вам регулировать прилегание джемпера по фигуре. В прошлом часе был сделан мною замер 54 образца. Что по груди, что по талии, что по зоне предплечья, джемпер достаточно свободен и имеет хороший потенциал. А потенциал ему, кстати, дает одно из главных его преимуществ – отсутствие шва. То есть пряжа вывязывается циклично от горловины до низа пола. Тем самым изделие имеет практически максимальную гудоперчивость. То есть он не давит в зоне предплечья, не сдавит в зоне манжета, потому что здесь идет единое целое, и машинка, вывязывая изделие, сразу переходит в вывязку резинки Ribana. Воротник идет у нас с вами без обработки и подшива, что опять же дает возможность не натирать зону горловины. Ведь согласитесь, в осенне-зимний период наша кожа получает большой огромный стресс от прохладной погоды. Нехватки влаги, она начинает сохнуть. Нам нужно применять различные косметические увлажняющие средства. И здесь, конечно же, очень важно, чтобы изделие было не колким, ну и, конечно же, и не имело грубых швов. Вот он как раз-таки светло-розовый цвет, такой цвет само, лососевый, вы тоже можете выбрать сегодня для себя. Для того, чтобы данный джемпер у нас выполнил все функции, как я вам и сказал, вам необходимо просто убрать будет технический паспорт с внутренней стороны. Он вшивается, кстати, отдельно с помощью обычной нити. Вы его отпарываете, и изделие при этом не повреждается. После этого режим «вывернуть наизнанку или на лицо» автоматически включается. Ну а теперь давайте немножко поговорим о самом бренде, который создает такие мягкие, качественные изделия. Уже больше полувека бренд работает на государственном белорусском рынке. Конечно же, стал всемирно популярен. Вот, кстати, тот самый джемпер вы видели сейчас, да, на модуле платформы. Изготавливает он различные изделия на основе трикотажа и, конечно, имеет многочисленное количество наград. И вот даже награда «Народная марка» периодически получает различные дипломы на международных выставках. Ну и, конечно же, сырье этого бренда распространено по всему миру. Я, кстати, вам не один раз уже говорил, в России есть сеть магазинов итальянского трикотажа, который называется Benetton. У него в составе, кстати, тоже входит ПАН. Он закупает у бренда сырье для того, чтобы сделать свое изделие еще более качественными, еще более износостойкими. Джемпер не имеет сезонности, поэтому Миланию можно носить круглый год. Поэтому смело цена 1199 рублей может быть поделена на весь год. И вы понимаете, как и весной, и летом, и зимой вы будете хорошо себя чувствовать. Джемпер хорошо сочетается с романтическими силуэтами. Например, вот с такой юбкой в гофрированное полотно. С элегантной юбкой карандаш, с юбкой из эко-кожи, замши, с различными принтами или без принтов. Юбка называется «Валерия», ее цена 1799 рублей. Также джемпер «Милания» будет идеально сочетаться с джинсами или с классическими брюками.
брюками. Джинсы Грейс представлены в этом прямом эфире в двух оттенках, серого и синего, с красивым эффектом граффити. А давайте, кстати, вот возьмем джинсы Грейс и будем их прикладывать к любому цвету нашего джемпера. Вот возьмем классический синий цвет. Здесь у нас с вами вот как раз граффити в таком же сине-белом оттенке. И будем с вами прикладывать к нашим сегодня джемперам. Смотрите, яркий, красивый, светло-розовый цвет. Идеально смотрится с синим оттенком джинсов. Можно добавить сюда сиреневый. Этот цвет вишневый. Эффектно будет смотреться с горчицей. Это новинка в этом сезоне, такой цвет представлен. Салатовый цвет тоже является новинкой. Можно выбрать вот такой эффектный мятный. Кто-то выберет в стиле Old Money голубой, васильковый, как вы видите на Ксении в 50-м. Мне очень нравятся спокойные тона молочного или вот такого красивого цвета капучино. 1299 рублей от 46 до 64. Забираем размер в размер, размером больше, размером меньше. Цена не меняется от размера. И это, конечно же, запатентованная пряжа ПАН. Стираем при температуре не больше 30 градусов, при средних оборотах и сушим по горизонтали. Данный джемпер, напомню, не имеет у нас с вами швов, поэтому можно носить его как рисунком вперед, так же рисунком назад и при желании, вывернув наизнанку, тоже эксплуатировать в своем гардеробе. Изделие не пеленгуется, сохраняет форму и, конечно, сохраняет цвет. Лучшее сочетание главного предложения дня – джемпера «Милания» вместе с джинсами Грейс, которые представлены сегодня в размерном ряду от 48 до 60, от 50 до 60 в двух элегантных цветах – синего и серого. На экране вы сейчас видите модель, которая демонстрирует вам размер 50, то есть джемпер «Милания» как раз-таки представлен в 50-м. То есть он свободен, не обтягивает. Если бы Ксения захотела чуть больше подчеркнуть фигуру, то можно выбрать размер, например, даже 46 или даже 48. Давайте как раз на примере покажем. Если бы Ксения на свой 50-й примерила бы 46-й, то он максимально сел бы вот так. Кто-то скажет, я вот как раз-таки хочу что-то подобное. 48 чуть-чуть был бы посвободнее. Сейчас мы взяли размер в размер, он сидит свободно. Если взять его в несколько размеров больше, он будет еще более драпироваться. Кто-то любит именно такие объемы, оверсайз. Поэтому вы можете, например, если вы взяли сразу три джемпера, то попробуйте поэкспериментировать. Возьмите один на размер меньше, один собственного размера и другой на размер на два больше. Они даже не только в цвете, они и по настроению, и по размеру будут тоже по-разному играть роль в вашем гардеробе. Ну и, конечно, на подарок бесстрашно можно брать для изделия, потому что он в любом случае, если вы даже не знаете размер того, кому вы дарите, приблизительно, да, навскидку берете, представляете, какой размер, делаете заказ, и вы понимаете, что человек, он тоже идеально подойдет. 1299 рублей. Цена только сегодня.